Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру 200 дней зомби-апокалипсиса. Так, ну что, как ты видишь, у меня вот столечко денежек. И сейчас мы будем с тобой прокачиваться для того, чтобы дать отпор тому самому зомби, который, черт знает, что здесь творит. Выносит нас, как я не знаю кого. Так, что у нас здесь? Заберем с тобой гемы. Все, что ли? Нет, есть еще здесь, здесь. Так, это забираем. Так, дальше что мы с тобой делаем? Давай, наверное, сделаем прокачку. Прокачку, да? Так, прокачаем нашего Джеймса. Ё-моё, офигеть, деньги улетают. Просто. Просто с такой скоростью. Так, давай, наверное, вот здесь вот с тобой прокачаем, да? Плюс Доминика. Качнем до 20 уровня. Так, Рэя до 40 уровня прокачаем. Джеймс. А, Джейк. Джейка стоит вообще трогать или нет? Может, Ваньку? Давай Ваньку, наверное, прокачаем. До 65-го. И, в принципе, ребят, я больше не знаю, что тут еще качать. Ну, давай, может быть, забор прокачаем, да? Забор и, например, госпиталь. Офигеть. Все, ребята, вот эти вот деньги, которые здесь были заработаны, я не знаю, сколько у меня по времени игра была включена, но поверь мне, это очень долго. Очень долго. Вот смотри, в данный момент вот такая у нас с тобой прокачка получается. Сейчас я здесь еще что-то заберу. Мне просто интересно, мы с тобой сможем победить этого босса или нет? Дальше я хочу купить... Так, автоматическую стрельбу. Вот так вот мы с тобой сделаем, да? Джеймс уже начинает стрелять. Плюс... Нет, двойную скорость, ну-ка нафиг. Это я тоже не хочу. Так, ну что? Давай посмотрим. Так, достаем электричество. Вызываем, ребята, босса. Вот он. Это прям вот настоящий дом ходячий. Смотри, 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 что происходит, ребята. Мы его сейчас... О, так мы его разнесем. Вот это прокачка. Вот это круто, друзья мои. Я даже мины забыл выставить. Он состоял из трех этапов. Босс побежден. И мы переходим с тобой на 151 день. Это круто. Так, ну что, давай попробуем здесь всех разнести. По-быренькому, да? По Шурику. Ух ты, это какой-то новый демон сейчас был? Или мне показалось? По-моему, там был чувак с топором в голове, да? Сейчас я посмотрю. Что-то я их не вижу. Очень быстро мы их тут разносим. Мне даже не видно, ребят. Так, ну ладно, я хочу дождаться босса. И попробуем сейчас его бомбануть. Даже без всяких там скиллов и тому подобное. Просто уничтожите все. Да? Так, машина уже откатилась. Мы с тобой раньше как делали, да? Побеждали босса. Потом я делал паузу. И включался опять, когда у нас появлялась иконка с боссом. Так мы с тобой и будем дальше делать. Первый бой вот так сделаем. Ё-моё, ну мы тут всех в хлам. Ты посмотри, вот это мы прокачались. Это круто, просто круто, когда вот так вот. Да, смотрите, вон он, бомж с топором в голове идет. Так, окей. У нас есть с тобой, если что, разрывные патроны. Если нам вдруг понадобится. Слушай, когда босс-то пойдет? Мы уже столько здесь поубивали этих зомбарей, а босса до сих пор нету. И на самом деле я хотел вот эту вот музыку убрать и положить свою музыку, если честно. Но получается, что я не могу ее, ребята, убрать во время записи. Я не знаю, почему. Я могу сделать либо вообще здесь тишину, либо вот так вот. Другого не дано. Слушай, где босс? Я требую босса, ребята. Ну что это за дела такие, а? Давайте, давайте. Я
Удивлюсь, если здесь будут такие маленькие эти домики идти на нас. Просто хочется посмотреть, кто здесь будет следующим боссом. Надеюсь, сегодня мы с тобой сможем дожить до 155-го дня. Хотелось бы, конечно, до 160-го, но я почему-то не уверен, что мы с тобой это дело потянем. Хотя, кто его знает. Да сколько же там ждать-то еще? А давай посмотрим, ребят. Так, нам нужно 210, да? Но осталось совсем маленечко, совсем маленечко. Я, наверное, его когда призову, попробуем без бонусов завалить. Так, а вот и босс, ребята. Ну что, давай смотреть, кто у нас тут будет боссом. Ага, ну этого хмырёныша мы уже с тобой видели. Да-да, это тот самый бомж с топориком в голове. Как ты видишь, вообще проходим его на изи. Он полпути только успел пройти. Отлично. Ну что, тогда увидимся уже на следующем боссе, я думаю, да? Вы победили огромного зомби и получили добычу. Добыча — это самое лучшее, что здесь можно получить. И у нас с тобой 152-й день. Ну что, друзья мои, вот и очередной подоспел у нас боссик. Давай его сейчас будем вызывать. Так, активируем с тобой, наверное, бонусы. Хотя, давай попробуем без бонусов пока. Пока без бонусов. Воу-воу-воу, это кто? А, ну, такого мы видели. Это у нас носорог. Зомби-носорог, друзья мои. Ты посмотри, мы его просто... Ты серьезно? Ты сейчас серьезно? Вот такой вот он лашпен, этот носорог был? Мы его порвали, даже не поморщились, ребята. Вообще, не на йоту. 153-й день. Еще 2 дня, ребятушки, и мы с вами будем на 155-м дне. Но не забывай, что по возможности нужно дожить до 160-го дня. Это будет вообще топчик. Короче, ждем босса. Ну вот, друзья мои, и босс пожаловал. Но я тебе скажу, очень долго здесь приходится от них отбиваться. Я вот думаю, нет, ускорение покупать не буду. Это чревато, потому что тут такая волна на меня может ломануться. Особенно, когда у них идет бегущая волна своя. Да еще, если я ускорю ее, они меня тут сомнут. Так что лучше мы по-аккуратненькому. Так, давай-ка попробуем сделать. Опа! Друзья, а этого мы видели, по-моему, да, или нет? Это этот. Бейсболист, зомби-бейсболист. С бейсбольной битой. Но мы его ушатаем, да, ребята? Изичный он оказался. Слушай, неужели мы так круто прокачались с тобой, что просто рвем любого? Нет, это, конечно, очень классно. Но я хочу, чтобы так и дальше было. А не дошли до какого-то трэша, и чтобы там все встряли. Деньги идут очень медленно. Волны, ребята, идут тоже медленно. И тут к тому же, вот давай посмотрим, сколько нужно. 200 зомбарей уничтожить. Так, это у нас аккумуляторы. А, это энергия, да? 30 батареек у нас уже с тобой. Накопили мы. Ну, я думаю, что у нас быстрее закончится сейчас автоматическая стрельба. Но, слава богу, у нас 160 гемов накоплено. Так что давай подождем маленечко, босс должен появиться. Ну что, как ты видишь, у нас с тобой 186 убийств, 187. Очень медленно, конечно, это все идет дело. Остается минута всего лишь до автоматической стрельбы, когда она закончится, да? Вот и босс, давай проверяем сразу же. Так, опять этот у нас носорог с тобой. Я думаю, здесь мы с ним довольно легко справимся. Я думаю, что нам прокачивать? И вдруг меня осенило. Машину, конечно же, друзья мои. Надо прокачивать тачку. Так, ну что, здесь мы подбили его. Следующую активацию я сделаю уже тогда, когда пойдет на нас босяра. Так, ну что, 155-й день, как ни странно. Мы с тобой выживаем. Так, я хотел что глянуть? А, машину, прокачка машины. Где у нас тачанка? Вот она, могу я ее улучшить? Могу, один левел поднять всего лишь. Вот и все, на что мне хватило. Но у нас есть прокачка мин. Прокачка мин, я так смотрю, у нас самая слабая, да? Но по дамагу она самая офигенная. Ты посмотри, 254 тысячи наносит она урона. Хотя, ребята, электричество наносит в разы больше.
Она вон сколько наносит. Но ты уж извини меня. Кстати, а что извини? Тут уровень 160, а тут 136. Ну, что-то уж больно большая разница, да? Так, светошумовая граната. Я думаю, что не стоит, ребята, ради нее тут делать прокачку. Но если только вот когда идут большие толпы зомби, ты бросаешь эту светошумовую гранату, все зомби возле нее тусуются, кроме боссов, конечно, боссы же проходят, и в этот момент твои солдатики начинают просто всех крошить налево и направо. Смотри-ка, здесь уже зачастили вот эти вот бомжики, и смотри, насколько они крепкие. Они очень крепкие, они уже доходят аж до середины экрана. Если раньше они где-то там топтались, тут они уже доходят вот до сюда. То есть делай выводы. Тогда я вот это вот активирую. Ну вот сам можешь посмотреть, как медленно у нас все это дело идет. Поэтому я предлагаю подождать следующего босса. То осталось подождать совсем чуть-чуть. Я, наверное, пока активирую... Нет, не двойную скорость, конечно же, а вот это. И я думаю, что много не надо заказывать. Одного-двух гемов будет достаточно потратить, да? Именно для босса же мы это все с тобой делаем. Поэтому что там в холостую стрелять, нет смысла. Ну что, давай. Кто там у нас будет, босяра? Я хочу просто глянуть в его бездонные глаза. Так, ребят, вызываем и смотрим. Опять этот бейсболист зомби. Ой, машину-то забыл вызвать. Ну смотри, что мы с ним делаем. Так. Давай, родные мои. Электричество его не пропускает. И я тебе скажу, что мы его наказали. Слушай, отлично идем. Просто изейше. Вот я тебе говорю, мы с тобой просто столкнулись с домом, с этим, да, который был гигантский, вот этот домино нашел, нас проминал. И все. Только мы его прошли, дальше пошло опять все на изи. Мне кажется, последний босс будет тоже какой-нибудь завод, а может быть фабрика целая ходячая, зомбарская. В общем, ждем следующего. Знаешь, что я заметил? Вот смотри внимательно. У меня Джеймс в данный момент не имеет автоматической стрельбы. И ты смотри, что зомби делают. Они проходят. Они проходят даже дальше, чем у меня стоят электрические заслонки. Понимаешь, да, к чему я говорю? То есть моя братва без Джеймса, ну, пока справляется, но в ближайшее время она уже не будет справляться. И эти зомби пробегут. А теперь представь, если я поставлю скорость им. Это будет такой трешак. Просто, что мне здесь ничего не сделать будет. Так что еще, наверное, денек-другой, и они уже будут, наверное, доходить вот до сюда. До мины, скорее всего. Кстати, смотри, у нас какой уже, да, здесь оплот. Стенка уже даже не кирпичная, а уже какая-то металлическая у нас стоит. Так, ну что, скоро босс, друзья мои, скоро босс у нас будет на выход идти. Мы его позовем. Я, наверное, не буду Джеймса включать, потому что все равно я сам кликаю по этому боссу. Так что, я думаю, перебьемся. Единственное, что хочется посмотреть, кто у нас там будет, что за босс. Так, еще пятерых уничтожаем. Окей, все. Так, ставим с тобой мины. Вызываем босса и смотрим, кто тут. Ох ты, смотри. Это кто такой? Кто такой? Это какой-то, я не знаю, ребята, с серпом. Какой-то гопник в капюшоне. Нифига себе. Это, ребята, новый вид зомби. Такого еще не было ранее. Ну что же, и все равно, я считаю, мы его порвали довольно легко. 157 день. Еще 3 денечка, ребята, и мы с вами будем на 160. Это сегодняшняя цель моей игры. Кстати, а у нас что-нибудь происходило за это время? Ух ты, могу прокачаться. Так. Я могу прокачаться. Угу. А если я вот этого прокачаю до... Ага, до. Вот тебе и до. Хотел вот до 80-го качнуть, ребята, уровня. И ничегошеньки не вышло. Шон, Саймон, Тимми. Отлично. Ну смотри, сколько у нас тут всего. Ё-моё.
Обеспечивает безопасность XP. У меня 63 аптечки, серьезно? Ну, на самом деле, я давным-давно не отправлял своих ребят на экспедицию. А, кстати, что у нас по карте? У меня, по-моему, не открыто только лишь одно. Ага, одно. Тут вот почему-то, подожди. Вот, по-моему, вот это только здание у меня не открыто. Но самое интересное, что здесь я могу собирать карты. Здесь. И все. Подожди-ка, а вот эти вот здания у меня, ребята, закрыты. Аэропорт закрыт. Вот этот вот закрыт, я не знаю, научный центр. И вот это здание. То есть, надо их отправлять почаще на экспедиции, да? И они могут найти нам кусочки карт. Смотри, смотри, ты видел сейчас? Он уже до сюда доходит, зомбик. Вот, вот этот мелкий. Фиолетовый. Это непорядок, ребят. Это непорядок. Такого не должно было быть. Ладно. Сейчас я гляну, сколько там еще. Ой, как долго, ребят, приходится ждать. Ну, деваться некуда. Вот приходится так. Долго, нудно, но... Драться. Раньше все это быстро намного было, да? Босс, считай, выходил сразу за следующим боссом. А теперь не тут-то было. Нет, ну если бы мы их сразу масштабно здесь бомбили, вот как сейчас дрон вальнул прям целую орду, то да, тогда быстро вышло дело. А вот так по одному бомбить — это очень муторно. Опа, ты видел? Ты видел, что у нас уже просто мобы, те самые носороги, идут? Да-да, те самые носороги, которых мы с тобой бомбили, они уже здесь как обычные мобики идут. Так что не за горами, я думаю, эти бомжи пойдут, которые были с этими, с серпами. Так, ладно, все, ждем босяру. Я хочу глянуть на него, кто он там. Ну, этого мы видели, это для меня не новость. Так же, как и для тебя. Просто он стал немножечко сильнее. Но мои ребята с бензопилой и с мачетой должны, в принципе, его раскромсать. Причем довольно быстро и легко. Если бы еще бы дрон бы бомбанул бы по нему разочек бы. Хотя и без этого справились. Прекрасно. Переходим с тобой на 158 день. Вот, все награды. Отлично. Ну что, ждем прибытия. Ну что, настало время призывать его и глянуть. О, опять этот пройдоха. Ну-ка, машина, давай дави его. Надеюсь, изичным будет. Это мы еще с тобой не применяем бонусы. Ты заметь, бонусы у меня не активны. То есть пока своими силами. Тьфу. Найс. Я думаю, сегодня без проблем возьмем. Возьмем тот самый рекорд. Так, давай мне все эти бонусы. Отлично. Еще денек подержаться, еще денек, и все будет хорошо. Ну что, погнали. Давай смотреть, кто здесь у нас будет. Опять тот же самый, а? Мужик, ну ты достал уже, серьезно. Хоть бы поменяли кого-нибудь другого бы дали. Ну что это за хлыщ? Мы его сейчас быстренько с тобой разберем, я надеюсь. Дай мины поставить. Да, не дойдет он до наших ворот. Мы его сейчас разнесем просто тут в хламину. Но уже чувствуется, ребят, напряг. Уже напряг. Он уже проходит, ну, практически до ворот. То есть сделаем выводы, да? В следующей серии мы с тобой попробуем выжить до 170-го дня. Поставим такую цель себе. Так, что-то у нас тут достижение, видимо, за убийство босса или что тут у нас? Ага, закон выживания. 160 дней выживали мы с тобой. Ну, а на этом я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!